Опрокинутые автомобили, столбы электропередачи, разрушенная крыша. На японский архипелаг обрушился мощный тайфун Хагибис. Уже есть первые последствия. Из-за удара стихии погиб один человек, еще пятеро ранены. 50 тысяч жителей в префектурах Мея, Судзока, Тиба и Гума должны эвакуироваться. Еще более 4 миллионов получили такую рекомендацию. В Токио идет сильный дождь, который сопровождается шквалистым ветром. Как ожидается, столица Японии тайфун достигнет к ночи. Я нахожусь в 36 километрах от сердца Токио, в районе Татикава. Да, это не эпицентр, но ветер ощущается, дождь стеной. Сегодня с 12 часов не работает транспорт, поезда не ходят, школы не работают, все занятия отменены, работа тоже у многих отменилась. Нам советуют сидеть дома и почаще смотреть телевизор, чтобы знать о каких-то дальнейших указаниях, что делать, если что-то пойдет не так. Кроме того, в Токио закрыты магазины, фабрики, отменены публичные события и более 1500 авиарейсов. Сейчас скорость ветра при порывах достигает 65 метров в секунду, но это предварительно может быть не полная сила тайфуна. Метеорологи сравнивают его по возможному ущербу со стихией Ида. В 1958 году в Японии она унесла жизни более чем 1200 человек.